the relationship between the Pesach to those concepts? מה היחס בין פסח לבין העקרונות האלה? קרבה связь פסחה и этих изучаемых нами принципов. Все эти принципы человек начинает постигать в том, что называется египетское рабство. Это часть его жизни. Когда он узнает свое эго, которое не позволяет ему ничего сделать, кроме как быть погруженным в материальные страсти. И это общее начало нашему пути. И, в общем-то, это то, что затем и произошло в Египте, в этот период, который называется Египет. Рабство, раскрытие рабства в природе, которую создал Творец, в желании получать, это первый период. То есть приходим к тому, что я признаю, насколько я абсолютно ноль. Я не способен сделать ничего вне наслаждения, которое меня вынуждает.